Рубрика «Лыткарино-спортивная» с Романом Завьяловым представлена при поддержке компании «Старатели», «Лифтремонт» и «Славянское подворье Л». Новости футбола. Голевая титановая феерия. 28 июля в рамках первенства Лыткарино встречались команды «Титан» и «Спарта-набережная». Матч оказался обильным на голы, первый из которых с передачи Сергея Евсеенкова забил Владислав Лобов. Следующую голевую передачу Сергей Евсеенков отдал Ардашу Мунджану, который хладнокровно увеличил преимущество «Титана». С передачи Владислава Лобова отличился Иван Щербаков, сделав счет 3-0. Во втором тайме с передачи Романа Бахрова в бильярдном стиле гол забил Ардаш Мунджан. Пятый гол в ворота «Спарты» забил Игорь Голденков. Ударом от центральной линии поля великолепный гол забил Станислав Мигунов. Навес Сергея Евсеенкова ударом головой завершил Владислав Лобов, оформив дубль. Совершив слаломный проход сквозь защиту «Спарты», гол забил Игорь Голденков. Девятый гол, воспользовавшись пасом Сергея Евсеенкова, забил Сергей Дягилев. «10-0» победил «Титан». Новости футбола. Победа в аргентинском стиле. 29 июля верхнее поле стадиона «Полет» принимало участников матча первенства города Лыткарино между командами «Старатели» и «Брико». В ходе матча мячом больше владели футболисты «Брико». Пас с фланга Александра Максимова замкнул Алексей Осинкин, открыв счет в матче. Пас сквозь защиту «Старателей» от Виктора Букиевского нашел Александра Максимова, который увеличил преимущество «Брико». Навес Виктора Букиевского завершил Алексей Осинкин, оформив дубль. Во втором тайме с передачи Алексея Осинкина свой дежурный гол забил Сергей Птицын. С передачи Виктора Букиевского гол забил Дмитрий Шибаршин, установив итоговый счет. 5-0 победила команда «Брико». Новости футбола. Волевая победа «Атлетика». 31 июля на стадионе «Полет» прошел матч первенства города между командами «Атлетик» и «Спарта-набережная». Игра получилась зрелищной и богатой на голы. В начале встречи защитник «Атлетика» выдал пас 1-1 Сергею Соловьеву, который открыл счет в матче. Тренер «Атлетика» Дмитрий «Пеп» Веретенцев заволновался и послал футболистам пару бодрящих спичей. Прострел низом с левого фланга в исполнении Ивана Гришина замкнул Александр Алексеев, сравняв счет в матче. Пасом Кирилла Петрова удачно воспользовался Александр Алексеев, выведя «Атлетик» вперед. Во втором тайме голом отметился Иван Гришин, сделав счет 3-1 в пользу «Атлетика». Удар с пенальти, исполненный Андреем Дегаевым, парировал вратарь «Атлетика» Александр Осипов. С передачи Геннадия Чудаева гол забил Александр Алексеев, оформив хет-трик. Вышедший на замену Александр Путиенко первым же касанием послал мяч в сетку ворот «Атлетика», сократив разницу в счете. «Спарта» завелась и насела на ворота «Атлетика». После долгой атаки отличился Андрей Дегаев. В конце матча Андрей Зеленцов не смог реализовать пенальти. С передачи Александра Меркушина финальную точку в матче поставил Иван Гришин. 5-3 победил «Атлетик», взяв реванш за первый круг. Новости футбола. Железные люди продолжают побеждать. 3 августа команды «Альянс» и «Брико» сыграли в рамках первенства города Лыткарино. По ходу матча мячом больше владели футболисты «Альянса», однако счет в игре удалось открыть футболистам «Брико». С передачи Виктора Букиевского, убежав 1-1 с центра поля, гол забил Александр Максимов. Точный удар со штрафного в исполнении Александра Еремеева позволил «Альянсу» уравнять ситуацию на табло. После следующего штрафного Александра Еремеева вратарь отбил мяч перед собой, а первым на добивание успел Владислав Карт, выведя «Альянс» вперед. Во втором тайме с передачи Андрея Котенева отличился Вазген Мартиросян. 3-1 победил «Альянс», показав высокоскоростной футбол и великолепный настрой. Выражаем благодарность за помощь в съемках рубрики «Лыткарино спортивные» компаниям «Старатели», «Лифтремонт» и «Славянское подворье Л». Роман Завьялов, Александр Тестов, Владимир Звягинцев, Владимир Тестов, телеканал «Лыткарино».